Не бунтует ли государство российское? Вашими молитвами все спокойно, государыня. Ну, а что пришел-то тогда? Дело деликатного свойства. Спешу доложить. Великая княгиня тайно посещала покои наследника. Ты как посмела, дрянь! Ну, ее чувства можно понять, она мать. Я вам всем здесь мать! И мое слово здесь закон! Не знаю, кто из нас двоих здесь царица. Одно только ваше слово и... Глазенки-то заблестели. Больно скоро ты с бабами воевать. Ты сначала учини тайное дознание. Кто помог, кто провел. Салтыков. Вот как. Слушаю вас, ваше величество. Рассказать мне ничего не хочешь? Что я могу еще рассказать? То, что на этот раз ты палку перегнул. Ты что себе позволяешь? Ваше величество, я лишь пожалел сердце матери. Более не угоден.